И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deathfire. Знаешь, ребята, это похоже, наверное, самое долгое мое прохождение игры, если я не ошибаюсь. Я вот сегодня, точнее вчера, когда загружал видео, увидел, что Pillars of Eternity вышло уже далеко не год назад. Она то ли в 17-м, то ли в 18-м году вышла, честно, уже не помню. Вот, а мы до сих пор ее проходим. Так что, да, но мы ее пройдем, ребят, мы обязательно ее пройдем. Ну что ж, поехали. Шпиль провисателей душ. Хочешь полюбоваться, как мы работаем? Вряд ли наши почеты доставят тебе эстетическое удовольствие. Готов к повторению эксперимента. Отлично, все за работу, пора закатать рукава. А ты расслабься, но постарайся как следует сосредоточиться. Интересно, как это. Ну ладно. Найди следующий стол Падре, и как только установишь связь, пройди по ней. Вы вновь ощущаете физическое присутствие Адры внутри себя. Но в этот раз обхвативший вас энергетический узел хоть и прочен, но податлив. Вы ощущаете ровно то, что описывала Флауна. Связь между башней и той стороной, где луч разделяется во множестве направлений. Вас притягивает к себе там, и мир вокруг теряет свои краски. Вы ощущаете, будто на вашей шее затягивается веревка, а затем следует рывок. Я почти уверен, что это не Никитака. Почти. Пол устилают обглоданные расколотые кости. На панели есть пустое гнездо, словно оттуда что-то забрали. Ага, понятно. Ладно, давайте будем идти тихо. Неправильно делаем. Хотя ладно, чего там. Новая зад из Ники вперед в неизвестность. Так, давайте почитаем, что там за новая запись. Найти выход. Я нашел пленницу Анну. Так, подождите. Я нашел панель. Опа. Ожерелье укладчика кости. Костоправ. Дает костоправ. Осталось зарядов 3. Позволяет устранить ранение цели, сшив плоти вправив переломы. Процедура, однако, малоприятная, и до ближайшего отдыха пациент будет страдать от заниженной защиты. Это уникальная вещь, то есть это, по-моему, единственное, что нам дает возможность вылечить ранение, кроме отдыха. Раньше не встречал такого. Хорошо, так, у нас здесь какая-то пещера и алтарь на Гате. Вот, но мы туда пойдем, но сначала последуем все, что здесь есть. Вот у нас здесь еще, смотрите, есть... какая-то штука, как минимум. Еще куча неисследованного места. Туннель стремительно сужается. Дальше пройти невозможно. Я так понимаю, что мы здесь
уже были. Но не прямо здесь. Множество стеклянных бутылок и блестящих безделушек, наверное, собранных из разных мест. Электробомба, раковина. Моргенштерн, жабья голова, рычаг и осколок обсидиана. Рычаг, отлично. Так, а это что за пещера? Добыча ксеурипа. Ладно, так, у нас остался только один путь сюда. Ну, хотя здесь, скорее всего, тоже завалено, я так подозреваю. Сейчас посмотрим. Просто карта уже заканчивается. Добротный водоотводный канал, который видал и лучшие дни. Так, хорошо. Ну, давайте тогда сначала проверим эту дверку. Она... Ага, она ведет куда-то наверх. Ну ладно, мы просто открыли эту дверь пока что. Давайте тогда сначала к Ангате заглянем. Пещера. А, то есть... Ну ладно. Это не пещера, как оказалось. Тогда все гораздо проще. У нас один единственный путь. Это сюда. Механизм погребло под камнями и мусором, он пришел в негодность. Подождите, а мы здесь были? А мы здесь были. Но сейчас здесь есть выход. Интересно, а зачем мы сюда пришли тогда? Ну, давайте пробежимся. Я так понимаю, что здесь врагов не должно быть. То есть мы попали с вами фактически... Туда, где мы уже были. Телепортация же. Так бы мы сюда отправились просто пешочком. А так мы попали сюда благодаря телепортации. Получили важное сообщение от капитана Фуранта. Читать. Дрожайший хранитель, Бог со своими замыслами заставляет объективно взглянуть на вещи. Теперь нам как никогда нужно захватить командование над плавучим висельником. Только так мы сможем догнать Иотаса у Укайза. Я созвал встречу консуалю Мескоситес. Прошу тебя, отправляйся в дальнейшее, присоединись к нам так быстро, как только позволит ветер. Да благодарит тебя удача, капитан Фуранта. Ну ладно, Данеш так Данеш. Так, подождите, и что нам... Ага, вот я, получается, там же. Хорошо. Я, по идее, в Никитаке. Вообще не могу понять, где мой корабль стоит. Он стоит почему-то аж вот там. Вы получили важное сообщение от Казануикару. Литор, надеюсь, ты уже отправился от того, что пришлось вытерпеть избу в Магран. Когда вернешься в Никитаку, зайди ко мне в имперский штаб в Латунной Цитадели. Путь до Укайза открыт, и мне в последний раз нужна твоя помощь. Да нет, по морю сваливаем отсюда. А, хотя подождите. Ладно, поздно. Я хотел проверить, что там с, собственно, заключительным маневром. Придется вернуться к шпилю Прорицателя Душ пешком. Как резко я всем понадобился сразу. Они должны были позвать подкрепление. Не дайте им сбежать. Опа, интересно.
Нормальный такой урон по Сайферу сейчас нанес я. Одним ударом снес большую часть здоровья. Энергетический клинок Аниманта. Сабля. Урон плюс 15, точность плюс 4. Наносит чистый урон, атакует быстрее обычного клинка. Интересно. Я помогу тебе, все будет быстро. Что за проклятие сзади? Быстрее. Ну давайте повоюем. Какие-то наемники. Ледяной Эйдос, кстати, первый раз уже его. Паладин наемник, забери тебя колесо, хранитель. Зажимающий раны мужчина улыбается вам окровавленным ртом. Кто послал тебя? Мужчина никак не реагирует. Возможно, он даже не слышит вас. Его жизнь уходит из него под негромкий перезвон. Приглушенный звон заставляет вас обратить внимание на стоящий неподалеку сундук. Мадичо, думала, мне уже конец. Какие чудовищные громилы. Посмотри, что они натворили. Они же погубят все, над чем мы работали, чтобы заслужить свою скудную монету. Думаешь, это наемники? Несомненно. Пусть торговые компании не ведут открытой войны, но это еще не значит, что мы в безопасности. Это смелый шаг даже для королевской компании архипелага. Они теряют терпение. Только взгляни на наши машины. Лаун вздыхает. Мы здесь приберемся. Надо заняться ранеными. Советую тебе пройтись по кабинетам и известить остальных о том, что произошло. Гримуар мага погоды. Ботиночки. На влажном торфе. Плюс 2 класс защиты разъедающей. Пощады не будет. Используем один забой. Телепортация к цели и атака. В момент столкновения может сбить с ног врагов в области. К директору Костолу идем. В принципе, ребят, что я думаю? Я думаю, что мы все-таки сходим к пиратам, потому что мне интересен плавучий висельник, сражение с ним. А после этого мы пойдем сами туда, куда надо. То есть к Укайзу. Моя мысль, по крайней мере, сейчас такая. А там посмотрим, как будет. Так, причал королевы. Thank you.
так, там что-то был какой-то разговор. Ты в последнее время такая веселая. Хорошо спишь? А то, спала как младенец. Не в том смысле, что просыпалась каждый час, конечно. Секретом не поделишься, мне плохо спится на корабле. О, это просто. Просто избегай попадания смолы, когда запихиваешь очередную порцию душ в адровый стол. Так, насколько я помню, Костол, он вообще на другом этаже. Здесь только управляющая, да. Хранитель, наконец-то я смогу получить ответы на свои вопросы. Я слышал, на шпиль напали. Боялся, что вышло так, что я послал тебя на верную гибель. Стражники Уана нам ничего не рассказывают. Сообщение Флауны было неразборчиво. Что там случилось? Есть хорошие новости. На этот раз я оказался где-то в реальном мире. Но есть и плохие. Какие-то наемники пытались нас всех убить. Наемники? Мать дичью, я не думал, что эти эксперименты привлекут к себе столько внимания. Я рад, что вы целый хранитель. Думаю, что подробности я выясню у Флауны. А вы честно заслужили свою награду и мое доверие. Да, и возможно, вам стоит зайти к Альваре. Полагаю, она захочет из первых рук услышать о том, что творится в шпиле. К Альваре? Где она? Помощник, наверное, она здесь? Я же не помню. Олеска какая-то, значит, не помню. Наверное, значит, управляющая внизу. Интересно, боги нас любят, точнее, интересно, боги любят вас или ненавидят, хранитель? Подозреваю, что это и другое. Вулканы, гигантские волны. Мерлан, до чего мне надоел этот остров? У меня тоже есть для вас новость. Правда, боги тут совершенно ни при чем. Я решила, что пришло время решить вопрос некомпетентности Костола. Я создала Сангрета Мия Компресса. Наши уважаемые инвесторы желают выслушать рассказ директора Костола о том, как он растратил их состояние. Альвари разглаживает складки на своей одежде и убирает с рукава налипший волосок. Вы были свидетелем всех ошибок Костола, и знаете, чем мы рискуем? Что может принести нам Укайзен? Совет непременно захочет вас выслушать, особенно это будет интересно Канта Ничезе. Она смотрит прямо вам в глаза. Компании нужен новый руководитель. Руководитель, который сумеет правильно воспользоваться сложившимися союзами. Для начала нам нужно произвести хорошее впечатление на богатейшие обитатели Иоры. Я скажу правду. Неужели? Я знаю, что у вас сложные отношения с правдой. Надеюсь, вы придете на заседание? Нам необходимы ваши показания. Ладно, начнем. Хорошо, тогда идемте. Я распоряжусь, чтобы оповестили инвесторов. И куда мы идем? Воровская честь? Нет. Вот он недоверие. Постить процесс. Альвари попросил меня явиться на встречу совета в покоях директора. Ну ладно. Пойдем. Тихо, пожалуйста, мне хотелось бы уже начать. В кабинете директора Костола не протолкнуться, столько гостей туда набилось. Там невыносимо жарко, потому место у окна пользуется особым спросом. Все до единого одеты в роскошное платье или даже доспехи.
Некоторые из них выглядят особенно довольными тем, что попали сюда. Несмотря на шум, сопровождающий ваше прибытие, все вскоре затихают по знаку мужчины, сидящего за столом. Взгляд Канта Ничезы скользит по помещению, останавливаясь на вас. Канта Ничезы – это титул, принадлежащий Нира, сыну герцогини Спирента. Я так понимаю, господин Элиторн не счел правильным тратить на это время. Несколько зрителей утягивают шеи, пытаясь видеть, к кому обращается Канта. Директор Костол. Губернатор Альвари, вы здесь? Так точно, ваше превосходительство. Лицо Костола идет пятнами и блестит от пота. У него болезненный вид. Да, ваше превосходительство. Альвари сдержанно улыбается. И это ваш свидетель? Да. Уважаемые гости, это хранитель Каэднуа. Мы с горечью узнали о падении Каэднуа, господин Элиторн. Весьма неожиданно принимаю здесь такого гостя. Со всем почтением. Спасибо. У меня есть знакомые в Белом Переходе. Всегда хотелось встретиться с тем, о ком рассказывают легенды. Начнем, пожалуй. Давайте сверим список. Альбина Корнета, герцог Ремаси Старанса Месилона, Верховный маг... Гори он огнем, твой список, Нира. Это же не Сангрета Дукала. Все на месте. Давай уже к делу. Ох, капитан, стрельба по здешним фронтам показала бы Ори 3,5 большие услуги. Прошептав это, он выпрямляется, держа руку на оружие. Если все пойдет плохо, золота в помещении хватит, чтобы многократно покрыть расходы на наши похороны, шепчет Элиторн, наклонившись поближе. Ладно, я отдельно благодарю наших акционеров, что смогли прийти. Вежливо подождать. Из уважения к собравшимся мы продолжим на идирском. Директор Костол обвиняется в предельной некомпетентности, растрате средств, умышленном обмане. Это очень тяжелое обвинение. Толпа недовольно гудит. Мы изучили доступные улики. Цифры говорят не в пользу директора, но мы дадим ему возможность высказаться в свою защиту. Итак, Альвари. Агрочимо, ваше превосходительство. Заверяю совет, что я не питаю предубеждений к мэстро Костолу. Мы всегда относились друг к другу с величайшим уважением, но теперь это в прошлом. Скажу по-простому, компания впустую расходует ресурсы. Мы обнаружили множество источников Адры, но какая ее часть в итоге попадет в республики? Экспедиция на Пококахару стала очередной неудачей. Мы потеряли опытных работников и припасы, но не добились никакого результата. Нам не удалось остановить жилу Адры, ее еще можно добывать. Промолчать. Предотвратить утрату экспедиции было не в моих силах. Каждое начинание несет в себе риск. Некоторую крупицу риска, Костол. Вопрос в том, не переоценили ли вы свои силы. Есть и другое, ваше превосходительство. Ваши деньги, дамы и господа, на что они тратились все это время? Ни на шахты и производство, нет. Директор большую их часть пускал на собственные безрассудные эксперименты. Это чепуха. Анематические исследования позволили нам достичь нынешних успехов. Именно. Довольно, Альвари. Хранитель, вам пришлось участвовать в этих экспериментах. Можете ли что-нибудь добавить? Исследование многообещающее. С такой силой можно будет повелевать всем миром, а анимантия нас погубит. Отлично. Наш свидетель суеверных глупцов. Директор Костол, вам был дан ясный приказ заполучить все жилые адры в окрестностях любой ценой. Был ли выполнен этот приказ, по мнению свидетеля? Архипелаг принадлежит Уана, как и Адра в его недрах. Со всех сторон звучат крики оскорбления. Канта жестами заставляет всех замолчать. Альвари же наклоняется поближе, делая вид, что поправляет волосы. Эта реплика не делает вам чести, хранитель. Бухгалтерские книги говорят сами за себя. Кастол привез нас на грань разорения. Среди неясного ропота резко звучит голос Альвари. В последнее время нам приходится часто слышать про Укайза. Мне интересно, какие планы у директора Костола на этот сказочный город? Нира размеренно постукивает о стол пером, спокойно глядя на директора. На Укайзе находится огромное количество сияющей адры. Наши исследования уже дали результат, и если мы сможем там основать аванпост... Костол только начал говорить, но уже слышны смешки и шутки. Если мы воспользуемся этой возможностью, то сможем добиться гораздо большего, чем изначальные планы. Дамы и господа, я смогу сделать вас богаче, чем вы мечтали.
Ач, вы разбогатеете через век или два, но можете ли вы ждать так долго? Некоторые, возможно, да, но все ли? Мечты, вот и все, что может предложить Кастол. У нас есть множество месторождений Адры, отмеченных на карте. Почему бы не сосредоточить усилия на них? Кастол предлагает рисковать вашими деньгами ради пустых иллюзий. Да, да, это так. Мы годами занимались поисками этих месторождений. Чем ближе мы подходим к ступе Ондоры, тем чаще встречались месторождения. Даже Альвари знает про это. Если основать Наукай за аванпост, Уана никогда вас не простят. В Укайзе есть целая сеть месторождений Адры. Если основать на указ за аванпост, Уан никогда вас не простят. Они смирятся. Быть может, даже выиграют от наших исследований. Даже если за ступой есть Адра, мы можем ее целиком срыть, после чего там делать будет нечего. Или Сангрета собирается воевать с аборигенами и морскими чудищами следующие несколько веков. Сегодня мы много чего выслушали. Альвари, у вас есть еще какие-нибудь аргументы? Могу сказать лишь то, что директор Кастол не выполнил свою задачу и обманул наше доверие. Ваше доверие, заключив договор с капитаном Принчипи по имени Фуранте. Капитан Принчипи, у вас есть доказательства, Альвари? Свидетели? Кастол пытался обойти закон Уана и извлечь прибыли с торговли рабами. Ха, не можешь добыть Адру, Кастол, и потому занимаешься другими делами? Это все совсем не так. Или ты просто хотел набить собственные карманы, Кастол? Очень смело. Куда смелее, чем я думал. Нет, сударь, клянусь, это не так. Кастол вытирает пот с лица рукавом. Думаю, мы слышали достаточно. Заключительное слово. Дамы и господа, наши враги скоро доберутся до Укайза. Валианская торговая компания должна быть готова. Требуется решительность и эффективное руководство. Именно сейчас. При помощи Хранителя мы сможем одержать славную победу. Ту, что войдет в историю. Это если он собирается нам помогать. Скоро увидим, правда? Мы выслушали все обвинения. Кастол, вы скажете что-нибудь в свою защиту? Все, что я делаю ради компании. Ведь все это знают. 2 года назад мне доверили наладить торговлю Сияющей Адрой. Я буду и дальше служить вам верой и правдой. Я знаю, что Альвари давно хочет занять мое место и будет метить на ваше, если дать ей такую возможность. Она и Магран бы сбросила с трона, если бы могла. Альвари рядом с вами улыбается. Ждать молча. Пора. Мы должны проголосовать за устранение Кастола. Кто за? Руки взмывают воздух почти одновременно. Сразу видно, что все поддерживают предложение. Альвари кивает своим мыслям, потом закрывает глаза. Видя результаты голосования, Кастол спускает отчаянный вопль, словно его ранили. У вас был шанс, Кастол. Вас предупреждали, что ошибка повлечет расплату. Все, шанс упущен. Быть может, вам больше повезет на живых землях. Игната Кастол, я изгоняю вас из Валианской торговой компании и Валианских республик приказом Сангрета Мэя Компресса. Нет, подождите, Перкампланка, не делайте этого, сжальтесь. Полагаю, собрание можно завершать. Огрочим, охранитель. Лева Альвари сдержанно улыбается, осматривая собравшуюся знать. Она смотрит на вас, приподняв одну бровь. Поговорим, когда здесь будет свободнее, охранитель. Я думаю, нам многое нужно обсудить. Так. Вот у меня доверие. Ну ладно, давайте с ней поговорим. Подумать только, я до сих пор вся в поту. Альвари стоит у директорского стола и смотрит на собственную руку. Она сжимает ее в кулак и медленно раскрывает пальцы. И улыбается. Прекрасная работа, Ач. Просто великолепная. Идеальный свидетель. Абсолютная беспристрастность. Она поднимает на вас глаза с коварной улыбкой и берет со стола кошель. Всего опыта задания 16 тысяч. Мы с вами в одной лодке. Предлагаю скрепить наш договор золотом. И дают медь. Отлично. Мы выдвигаемся прямо сейчас, и перед нами только одна цель. Процветание республик, торговля, деньги, цивилизация Амика. Вот что мы принесем для них с Укайза. Ну а мы наконец-то займем достойное положение. Осталось лишь одно последнее дело. Последнее препятствие. Альвари торжественно опускает взгляд. Королевская компания Архипелага. Они не будут скромно стоять в сторонке, наблюдая за нашими действиями. И с этим пора что-то делать. Я слышала, вам уже удалось добиться толка от анимантов. Пусть докажут, что мы не зря их кормим.
А королева вас на это не накажет? Если у нее будут доказательства нашего участия, то да, это неизбежно. Если мы будем осторожны, доказательств у нее не будет. Мы отправим вас в пороховой склад королевской компании. В этом нам помогут устройства анимантов. Вам нужно будет только пожечь склад, остальное сделает порох. Элиет подготовила для вас усовершенствованную взрывчатку. Она наверняка будет рассказывать все в подробностях, но главное другое. Ее вполне достаточно, чтобы отправить Хель весь склад вместе с порохом. Этих валианских ребят я бы тысячу лет не видел, но вот подорвать пороховой склад, да я бы и приплатил, чтобы на такое взглянуть. Серафен довольно потирает руки. Разумеется, это опасно. Даже если забыть о порохе, склад находится под надежной охраной. Постарайтесь, чтобы вас никто не видел. Я не буду этого делать. Подумайте, речь идет не только о моих амбициях. У вас есть возможность разбогатеть, оставить свой след на архипелаге. А если вас начнет мучить совесть, помните, у вас ничего на нас нет. Так что сейчас я по праву ваш самый близкий друг. Элет будет ждать вас на вершине шпиля. Удачи. Да не буду я с ничего сделать, ребята. Я не собираюсь участвовать в этом всем дерьме. Все, пора сваливать отсюда. Я думаю, что все. Грядущая буря. Все. Хватит. С меня. Вот это, ребят, я больше всего не люблю в играх. Вот эти политические всякие игры, борьба за власть. Вот это все. Это не героическая фэнтези. Это не то, ради чего затеваются эпические истории. Да хранит тебя мира. Я даже, ребят, с пиратами не хочу сотрудничать, честно говоря. Так, нам, по идее, куда-то сюда. Если я правильно понимаю. Вас окружает холодная, удушающая тьма, но в руке ощущается знакомый вес. Это фонарь. Пламя в нем оживает, и мир становится различим. Перед вами спускается вниз бесконечная спираль лестницы. Больше двигаться некуда, и вы начинаете шагать по ступеням. Вас ударяет волна обжигающего жара, а затем соленый морской ветер. Божественные голоса гремят и визжат, слова сотрясают платформу под вашими ногами и даже сам окружающий вас воздух. Боги сражаются. Вини кого-нибудь другого, Вайдика. Я не собираюсь больше слушать твои жалкие доводы. Перед вами висит громада Магран. Богиня, обвиняющий, указывает пальцем прямо в оплывшее лицо Вайдики. Вайдика кривит губы в злобной усмешке. Дура! Если бы только мы напали на него, когда я говорила. Ее обвинение ядовиты. Точно желчь. Промолчать. Вражда и неприязнь, хранитель. Вот они, две старые, давно разрушенные и самые любимые у нас песни. Не в силах добиться гармонии голосов, мы бесконечно перекрикиваем друг друга. Вайл улыбается. Боюсь, сейчас мы пристали перед тобой не в лучшем виде. Бледный рыцарь опускает взгляд на вас. Лицо божества, как всегда, безукоризненно спокойно, но брови резко сведены. Хранитель вернулся? Предлагаю выслушать его. Птицы Хайли что-то взволнованно себе шебечут. Взгляд бесчисленных глаз Вайля пробегает по всем собравшимся богам. Мы им между собой-то разобраться не можем, произносит бог. Его странный лик искажен усмешкой. Промолчать. Неужели мы ничего не можем сделать? Вопрошает Хайли.
Магран бросает косой взгляд на бледного рыцаря. Немного помолчав, она начинает говорить. «Пришло время прибегнуть к давно прибереженной силе. Пришло время поглотить наших детей», — говорит Магран. «Это ужасно, но, возможно, ты права», — он ракивает, и ее приманка ярко вспыхивает. Промолчать. «Однако мы торопим события. Сначала хранитель должен добраться до Укайза, и одно это будет великим испытанием», — говорит Магран. Что ты имеешь в виду? «Страж Укайза хранит свой остров уже не первое тысячелетие, и он не отступит даже перед Вестником Бирасом», — говорит Ондра. «Он еще жив?» — удивленно спрашивает Хелия, которая до этого была полностью погружена в тихий взволнованный разговор с птицами. «Разумеется, его создали наши прародители», — говорит Магран. К глазу Вайля присоединяется пара дроздов Хайли. Птицы вьются ровно на таком расстоянии, чтобы Магран не могла их достать, и клюют ее, стоит только ей отвернуться. «И хранителю придется разобраться с ним, если он хочет добраться до Иотаса», — говорит Магран. Птицы подлетают слишком близко к богине, и та бьет по ним ладонью. Они растворяются в воздухе, превращаясь в чистую энергию, а затем, вновь обретя крылья и радостно чирикая, возвращаются к Хайли. «Стражу Кайза?» «Гвитаанцы создали это существо, чтобы оно защищало цикл воплощений», — объясняет Магран, небрежно опираясь на свой меч. «И оно не слишком любит чужаков». «Ты что, все наши тайны ему раскроешь, Магран?» — выкрикивает Вайль. «Если захочу», — пожимает плечами Магран. «Подготовься, хранитель», — советует Халия. «Страж не отступит даже перед Вестником Бирасом». «А значит, мне придется сразиться со Стражем Укайза. Можете что-нибудь мне посоветовать?» «Что же это будет за испытание?» — сверкает черными зубами Магран. «Мое испытание у палящих водопадов было пройдено без малейшего страха, а когда Фирга оступилась, ты восстановил ее веру в меня». «Нам необходимо обсудить еще один вопрос», — бледный рыцарь поднимает закованную в броню руку, и остальные боги умолкают. «Скажи мне, хранитель, каково твое мнение?» «Как ты относишься к намерению Атаса уничтожить колесо?» — воплощает бледный рыцарь. «Я до сих пор не понимаю, что все это значит. Что будет, если Атас уничтожит колесо?» «Считай, что в ином мире находится некий резервуар, граница, грозовые облака, а души, в свою очередь, дождь». Бледный рыцарь разводит руки в сторону. «Когда живое существо умирает, его душа отправляется на границу. Когда же граница заполнится, то отдает накопленные души в иной мир, где они дожидаются новых тел и новой жизни. Колесо — это переход душ с границы в иной мир. Из облака в резервуар, из резервуара в мир живых. Если колесо не сможет переносить души, как оно делает это сейчас, души умерших будут оставаться на границе. Они не смогут перейти в иной мир, и постепенно запас душ там иссякнет. Рано или поздно все существующие души соберутся на границе. Когда в ином мире станет пусто, и последнее живое существо Иоры погибнет, настанет конец. О таком исходе мечтает Риммер Грант». Риммергант. Как это касается богов? «Мы питаемся энергией душ. Переходя из одной жизни в другую, смертные сбрасывают крошечные осколки своей души, точно змея, меняющая кожу. Без этого мы умрем от голода, точь в точь, как простые смертные. Мы умрем, и последует великая тишина. Бесконечная пустота, в которой ничто не способно родиться». Кивнул. «Как видишь, мы просто не можем не спорить. На кону судьба всего живого, однако мы безнадежные заложники своей природы. Скажи, хранитель, что ты думаешь?» «Мы больше не можем рассчитывать на помощь богов. Смертным придется искать решение самостоятельно». «Это давно уже назревало. Наконец-то разумные народы узнают, что вы просто жалкая подделка, мошенники». «Только глупец доверится Иотасу», — ворчит Вайдика. «Поверь, он вовсе не желает тебе добра. Иотас любит смертных куда больше, чем любой из нас. Он всегда защищал их интересы», — говорит Магран. «Он уверен, что разумные народы выдержат его испытания. Я не так в этом уверена, но буду с интересом наблюдать за ними», — говорит Магран. Помолчать. «Что если Иотас прав, и разумные народы сумеют восстановить колесо?» — спрашивает Тондра. «Мы будем познавать мир и развиваться. Именно этого хочет Иотас».
О, как это, как же это будет любопытно! Многочисленные глаза Вайля восторженно подпрыгивают и моргают. А если у них ничего не выйдет, спрашивает Хайля. Тогда они погибнут, и мы вместе с ними, отвечает Тундра. Мы должны помочь им, голос Хайли испуганно звенит. Помочь? Их давно пора поставить на место, Вейдика бьет кулаком по ладони. Бледный рыцарь поднимает руку и глядит на Вейдику, дожидаясь, когда та умолкнет. Хранитель, Эотас ценит твое мнение, говорит бледный рыцарь. Возможно, отчаянная мольба гончей Эотаса еще заставит его одуматься. Бледный рыцарь буравит вас взглядом. Поговори с ним на Укайза. Я попробую. Я надеюсь на тебя, Хранитель, потому что на твоих плечах лежит ответственность за будущее разумных народов. И богов тоже. Суровый лик бледного рыцаря смягчается. Однако время убегает сквозь пальцы. Бледный рыцарь разводит руками. Иди, Хранитель, говорит бледный рыцарь. Сделай то, что должен. Ваше зрение начинает затуманиваться, но ваш разум опускается в сумерки. Промолчать. Ладонь бледного рыцаря вспыхивает ослепительно белым, и свет быстро поглощает зал с богами. Затем по воздуху прокатывается раскат грома, и пол ускользает из-под ваших ног. Вы приходите в себя. Вы лежите на спине и видите над собой до боли знакомый потолок. Больше нет никого. В общем, я, наверное, за то, чтобы Атас разрушил колесо. Пускай смертные разбираются сами, тем более боги эти не настоящие. Они просто питаются душами. На свете полно неразведанных вод и земель, но то, что лежит впереди, не сравнится ни с чем. Вы понимаете, что возвращаться может уже и некуда. Архипелаг, каким вы его знали, возможно, и не существует. Вернуться. Так. Ну что ж, ребят, я думаю, что мы с вами немножко раньше закончим эту серию, просто потому что это только начало конца. И чтобы не прерывать серию потом посередине, мы сейчас с вами пораньше закончим, а в следующей серии уже посмотрим, что будет. Я постараюсь обе серии сделать одну за другой, поэтому вам будет удобно посмотреть. А на сегодня мы закончим. Очень интересные события на самом деле. Боги... Вот этот элемент между тем, что как бы я выступаю представителем разумных народов, да, и боги... прислушиваются ко мне и зависят от меня по факту. Это довольно интересно. Это добавляет эпичности, но я не уверен, как это все разыграется в самом конце. Ну что ж, увидим. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. До следующей встречи.